Всех приветствую, друзья. Сегодня у меня Samsung i960 Galaxy Grand Neo. Вот. Будем менять гнездо зарядки. Если посмотреть, то видно, заглянуть внутрь, все контакты собраны в кучу. Гнездо свернули. Телефон на последнем дыхании. На батарейке уже восклицательный знак стоит. Итак, давайте разберем, посмотрим, что там за гнездо. И как его менять. Снимаем заднюю крышку. Батарею. Снимаем винты. Стандартные самсунговские винты. Их прям 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 штук. Данный смартфон имеет 5-мегапиксельную камеру. 8 гигабайт встроенной памяти, Bluetooth, Wi-Fi. GPS. Все приблуды. Аккумулятор на 200 мА. Не очень мощноватый. Миллионов цветов имеет дисплей. В общем, все это можно найти в интернете, прочитать. Итак, последний болтик откручиваю. Вот еще один. Так, смотрим, как его открывать будем. Да, задняя крышка не снимается, она идет заодно с рамкой. То есть снимать будем, залезая в щель между тачскрином и рамкой боковой. Не очень удобная система. Во многих новых Samsung'ах сейчас она идет. Я так считаю, не знаю, может кому-то и удобно. Аккуратно старайтесь стекла не касаться, потому что можно легко повредить. Кто не умеет работать металлическим инструментом, пользуйтесь пластиковыми открывашками всякими, такими там у кого что есть. Вот. Я привык работать железом. Здесь вот у нас защелка. Не получается ее отстегнуть. Вот так отщелкиваем. Так. Это у нас антенный модуль вывалился. Открываем дальше по периметру, с другой стороны. И таким способом снимаем рамку сверху. Телефончик открыт. Подсоединяем разъем боковых кнопок. Кнопка включения здесь у нас. Дисплей. Передняя камера. Вытащить ее. Так, системная плата
внизу прикручена одним черным винтом. Здесь вот еще один разъем гнезда наушников. Итак, смотрим гнездо зарядки. Гнездо зарядки. Такое гнездо зарядки у нас идет на тренд. 5-7 пиновые. Так. Вот она, видите, такое расположение контактов у нее. Три посередине, два широких и еще два узких по бокам. Тренд. Вот она, по-моему, да, точно, такое вот гнездо новое. Видите, да, контакты, расположение контактов. Итак, ничего сложного нету, снимать можно, нагревая снизу. Сейчас мы зажмем системную плату в держак в такой. Снимем гнездо. Нагреваем снизу. Добавляем флюс. Температуру ставим порядка 250 градусов, 250-280-300, ничего страшного не будет. В мае прошлого года снимал видео на аналогичный телефон, меняли тачскрин, по-моему. Не очень удачное видео вышло. Очень хорошо продается данный смартфон у нас в Испании. Небольшая цена, вот. Довольно большой экран, достаточно быстро работает. Сняли гнездо, ставим новое сразу же. Видите, да, несложная операция. Так, сейчас проверьте контакты вот эти вот. Можете иголкой. Я проверяю под микроскопом. Под микроскопом все прекрасно видно.
Если какой-то из контактов не припаялся, можете паяльником легко добавить олово. Смотрим еще раз. Все отлично. Ставим защитный экран. Системную плату обратно. Разъем кнопки включения. Разъем кнопок звука. Винт черный, единственный, который был закручен внизу системной платы. Это у нас антенный модуль, передняя камера. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Включаем зарядку. Ну, появилась батарея. Зарядка пошла. Все отлично. Так просто 10 минут на все про все. Цена замены гнезда зарядки 10 евро. У нас. Итак, друзья, всем спасибо за внимание. Я думаю, дальше всем все понятно. Ставим антенны модули, одеваем крышку, защелкиваем ее по периметру обратно, собираем винты. И всем спасибо за внимание и удачи в ремонте. До свидания.